Вон, сишки за ухом у мужика и коротко стриженного. Ну, это нормальный прикол для провинциального россиянства. А вот смотри-ка, почему такая. Россиянство. Это просто паблик такой ВКонтакте. Я сам россиянин. Но походу там угорают над россиянами совершенно не россияне, блин. Немножко не россияне. Поэтому я отписался. Россияне сами друг друга гнобят. Ничего себе, какая высокая женщина идет. Девушка. Не Федорова ли? Может, мне нужно банка у меня есть в руках. Она мощная. Нет, это не Федорова. Ведь я бы мог уничтожить их просто одним несколькими ударами вот этой штуки. Хотя нет, мне бы не получилось. Надо спросить, Федорова она или нет. Блин, я уже не смогу их догнать. Мне нужно быстрее отнести. А банкой можно уничтожить, короче, просто удар первый, я так думаю. Он разбивает банку на осколки. У меня палец руки течет кровь. Следующими ударами осколками, ну, от банки, наполовину, если она разобьется. Но она может не напополам разбиться. А, кстати, можно прыгнуть с крыши с такой штукой, которая при падении вонзит в меня эти гвозди или что-нибудь вонзит в меня, что я точно сдохну. Доску с гвоздями прикрепить себе к спине и прыгнуть спиной, чтобы спиной приземлиться и это утяжелитель для спины, и тогда я точно сдохну. Это никого не призываю я. Смотри, художник, help me, я одинок. По какому отсюда? Я должен быстро маме отнести, но я поставлю здесь, надеюсь, не забуду. Я ху до, блин, долго писать, жник. I am alone. Please help. Должник. А. Ле. С. А. Лёнин. Блин, как плохо здесь. Сандр. Лёнин. Ну, смотри. Так. Мороженое купил у мамы. Смотри! Прости, Владимир, я мне пришлось потратить твою часть твоих денег на мороженое маме, там 25 рублей. Потому что она жестко агрессирует. Хотя я попытался ей дать успокоительное, которое я пью, когда она орет на меня. Но я признался в этом, как честный человек. Я признался. Я в любом признаюсь. Спроси у меня чего угодно, спроси. Сосал ли у меня один одноклассник в детстве, во втором классе, когда я учился? Он член мой сосал. Я скажу «да», и даже, но я не буду называть имя, чтобы не
компрометировать. Он сосал у меня. Черт возьми, это нормально, что ли? Я бы не стал отдавать своих детей в школу, где такое творится.